Добрый день. Мы начинаем скоро этот вебинар о человеке в трансперсональной перспективе. Подождем некоторое время для того, чтобы все желающие, кто хочет участвовать в этом вебинаре, смогли к нам присоединиться. Я приветствую всех, кто уже здесь. И в течение 1-2 минут, наверное, мы с вами подождем для того, чтобы собрался народ. Я нахожусь в творческом отпуске на острове Тенерифе, это Канарские острова, совмещенный с отдыхом. Отсюда все видится несколько по-иному. Тут остров называется Вечной Весны, тут большая вершина острова Вулкан Тейда, я там был несколько раз, завораживающие взгляды и кадры с вулкана Тейда вы можете найти в моих фильмах. Ну и здесь, на некотором расстоянии от родной страны, от Москвы, многие вещи видятся уже в новой перспективе. И сегодня мы с вами поговорим о том, новым, что принесла трансперсональная психология в разъяснение человеческой ситуации, то есть нашей с вами ситуации, нашей с вами жизни. Я бы не занимался столько лет этим направлением, а я занимаюсь им с 1980 года, когда я познакомился с лидерами московского подпольного трансперсонального круга людей, ядро которой образовывали переводчики книг Джона Лили, Станислава Грофа, люди, которые занимались гурджиевской работой. Вася Максимов переводил Кастанеды тогда. И меня это захватило с первой книжки Грофа и с первых встреч с этими замечательными людьми. И я ощущаю ту же самую страсть, тот же самый драйв, накал. И продолжаю искать, потому что трансперсональное поле дало мне необходимые место, необходимый обзор, необходимые инструменты, необходимую поддержку. И это чрезвычайно важно. Необходимы ресурсы, в конце концов, для того, чтобы разобраться в себе самом, разобраться в своей жизни, разобраться в человеческой ситуации, разобраться в главных проблемах и в главных задачах, которые нам, людям, необходимо решать в нашей жизни. И до этого я тоже достаточно интенсивно занимался философией, психологией, наверное, со старших классов школы. Класса с 8-го, наверное, я помню, я просто очень сильно увлекся Достоевским и психологическими книгами. Запоем читал первые две книги Владимира Леви, которые тогда только что вышли в Советском Союзе. «Я и мы», «Охота за мыслью» и «Искусство быть собой, искусство быть другим». Вот эти книжки были настольными тогда в моей школьной юности. И я выполнял все упражнения, все задания, которые были выражены в этих книжках. Занимался йогой. И, наверное, это создало какую-то почву для того, чтобы впоследствии я открыл для себя трансперсональную психологию как наиболее полезное, наиболее ясное, наиболее перспективное направление для меня самого. Как меня слышно? Дайте какой-нибудь знак, что-нибудь покажите. Я вижу, у нас 12 человек в прямом эфире. Нормально меня слышно? Какую-то обратную связь дайте мне, пожалуйста. Все ли в порядке с изображением, со звуком? Могу ли я продолжать? Все хорошо, да, я вижу вот такие вот смайлики идущие. Замечательно. Тогда я расскажу вам немножко о том, как я сам понимаю трансперсональную психологию. Я достаточно много об этом думал, что в этом особенно, почему я здесь оказался, почему я развиваю и продвигаю это направление. Ну, прежде всего, я понимаю под трансперсональным направлением
ну, более широкий подход, нежели понимает, наверное, большинство американцев, большинство европейцев. Это связано, ну, во-первых, и с ранней историей трансперсональной психологии. Она возникла в 1968 году в Калифорнии, и у истоков его стоит Абрахам Маслоу, Энтони Сьюти, два человека, которые создали гуманистическое направление в психологии, и к ним присоединился Станислав Гроув, который, приехав в Америку в 1967 году, послал Абрахаму Маслоу рукопись свою, 1000 страниц книги, в которой написывал, ну, вот, новые потрясающие открытия в области сознания человека, внутренней территории, нового понимания смерти, новые картографии сознания. Абрахам Маслоу был в восторге и пригласил Станислава Гроува в эту группу небольшую, которая занималась разработкой нового направления в психологии. Чего не хватало Маслоу? Он был одним из самых признанных американских психологов того времени. Он был основателем гуманистической психологии и создателем пирамиды ценностей Маслоу, которая широко использовалась и в академической психологии, и в бизнес-психологии. То есть Абрахам Маслоу был лидером академической психологии, бизнес-психологии и, в общем-то, всемирно известным человеком. И, тем не менее, его потянуло куда-то, и на верхушке пирамиды Маслоу оказались потребности самотрансценденции. То есть все было хорошо с ценностями бытия, с ценностями творчества, только в 60-е годы, к середине 60-х годов Маслоу понял, что нужно идти дальше. Нельзя останавливаться. Сущность человека состоит в том, чтобы превосходить любые ограничения, любые наперед заданные цели. И вот эти ценности самотрансценденции, самопреодоления стали главными в мире Абрахама Маслоу. И он написал программную книжку в те годы «Дальнейшие горизонты» или «Дальнейшие видения человека». И вот об этом я хочу и поговорить. Что нового стало важным, актуальным для Маслоу, его коллег, для Гроува, и почему для этого потребовалось создать новое направление психологии? В трансперсональную психологию присоединился позднее молодой Кен Вилбер, это уже 70-е годы. И свои первые статьи он публиковал в журнале «Трансперсональная психология» с этим направлением. И вот затем он вырос и создал новый метод работы с сновидящим телом, включающим сны и телесную воплощенную реальность. И в конце концов расширил это до такой всеобъемлющего трансперсонального пирога, как он называет. И Арни Мендел был частым гостем на конференциях Международной трансперсональной ассоциации, и в его книгах существует множество отсылок и параллелей, и самоидентификации также вот с широко понятым трансперсональным направлением. Ну, у нас в России существует еще одно слово, которым обозначается все это богатство новых направлений – духовно ориентированная психология. Так что мы можем использовать и это словосочетание – духовно ориентированная психология, психотерапия, ну или вот такое изначальное трансперсональное понимание, то есть исходное трансперсональное поле, включающее и Гроува, и Мендела, и Кена Вилбера, который позднее отделился и образовал интегральное направление. Но прежде всего важно понимать, что трансперсональное, хотя трансперсональное направление было создано конкретными людьми, ну, Маслоу, Сутичем, Гроувом, тем не менее, в каком-то смысле трансперсональное поле выбрало этих людей, через которые оно огласило себя в конце 60-х годов. То есть в каком-то смысле, ну, просто это направление уже витало не только в психологии, а вообще в жизни людей. Потому что 60-е годы – очень знаменательный
период на планете Земля, в эти годы произошли еще несколько чрезвычайно важных, рождение еще чрезвычайно нескольких важных движений. Ну, я хотел бы отметить прежде всего так называемую гуру-революцию. То есть стремительный интерес людей Запада и США, людей Европы и США к учениям Востока. Когда-то, в далекие 20-30-е годы, Герман Гессе был глашатаем вот этого будущего, и он даже написал большое эссе «Паломничество в страны Востока», как бы предвидя массовый интерес европейцев к Востоку. Но европейцам потребовалось потрясение от Второй мировой войны, восстановление своей культуры из обломков, можно сказать, и поиск на Востоке того, что не хватало людям Запада, которое уже переросло вот христианскую культурную парадигму, а также парадигму, связанную, цивилизационную парадигму, связанную с капитализмом и постмодерном. И вот как когда-то Альберт Эйнштейн вот воспринял дух времени, который в начале 20 века стал проявляться в Европе, дух относительности, потому что ну, началось стремительное знакомство европейцев с другими религиями, с другими культурами, с другими ценностями, с другими обрядами, с другим искусством других культур, других религий. И это создало представление, понимание того, что европейская цивилизация не пуп земли, она не выше других культур, не более универсальное, богатое, всеобъемлющее представление духовное. Есть буддизм, есть ислам, есть индуизм, есть даосизм, в конце концов. И это культуры с тысячелетней историей, и культуры, которые включают в себя не меньшее количество последователей, нежели христианство. И Эйнштейн был одним из самых чувствительных людей, который воспринял этот царящий уже в европейской культуре дух относительности всего и вся и выразил его на языке математических формул и физического видения. То, что мы видим, зависит от той системы отчета, где мы находимся. И поэтому, если я мусульманин, я вижу мусульманскую картину мира. Если я индуист, у меня индуистская картина мира. Если я христианин, у меня христианская картина мира. Все относительно. И вот подобно этому в дух времени в 60-е годы стал пронизан несколькими другими фундаментальными понятиями. Но прежде всего это начало космической эры. Первый спутник Земли, который показал Землю из космоса. И это был, наверное, важнейший парадигмальный сдвиг в истории нашей цивилизации, потому что раньше вот так Землю в одном охвате можно было видеть только великим духовным мастерам, провидцам, учителям человечества. А здесь вот такой взгляд на Землю, возможность такого взгляда стала доступной для всех людей. Это, по сути дела, картинка Земли из космоса, это символ начала нового видения мира, возможность глобального охвата, возможность выхода в космос, потому что так Землю видит человек из космоса. И затем это гуру-революция, то есть массовый интерес к Востоку, к восточным учениям, западная цивилизация, христианская цивилизация в каком-то смысле исчерпала себя. Это выразил постмодернизм, то есть вершина модернизма, развал его, по сути дела, и такая всеобщая культурно-философско-гуманитарная относительность. Нет универсалий, все и вся относительно. И вот в каком-то смысле гуру-революция это явилась новым поиском абсолюта, новым поиском универсалий, новым поиском вселенской перспективы на каких-то на постмодернистских обломках
цивилизации Европы, цивилизации Запада. Затем, как известно, это психоделическая революция, через которую прошли десятки миллионов людей на Западе в 60-е годы, и которая необратимым образом изменила представление людей о мире, о человеке, о Востоке. Дело в том, что в жизни каждого человека бывают необратимые переживания, которые невозможно отменить, которые радикально меняют нашу жизнь. Ну, допустим, в детстве многие из нас учились ездить на велосипеде. И, наконец, мы стали способны ездить на велосипеде, и после, в концу дня, когда мы стали способны ездить, мы уже можем ездить, наверное, даже и без рук. Мы стали мастерами велосипеда. И даже если 5, 10, 20 лет мы не садились на велосипед, мы, тем не менее, садимся и едем. Точно так же до, скажем, 1, 2, 3 лет мы не разговаривали. Но потом мы стали тараторить, и нас невозможно остановить. И с каждым годом мы говорим все больше и больше, все лучше и лучше. Особенно если мы общаемся с людьми. И аналогичные переживания, аналогичный опыт бывает в нашей жизни. Озарения, инсайты, которые меняют наше представление о себе, о людях, об отношениях, о природе, о мире, о Вселенной. И психоделическая революция, психоделический опыт привнес вот такого рода озарения и изменил жизнь многих людей, как показали ряд очень глубоких современных исследований. Именно с этим связан феномен компьютерной революции, компьютерное открытие. И до сих пор многие гении информационно-компьютерной цивилизации, ну, они откровенничают о том, что у них был когда-то или продолжается психоделический опыт, который является также источником творчества. Ну, и впоследствии для многих из них этот опыт стал опытом не психоделическим, а просто духовным, связанным с каким-то духовной традицией или с непрерывной постоянной практикой медитации. Но, тем не менее, это опыт, который позволяет им быть в форме. Следующее важнейшее событие, произошедшее тоже вот в 60-е годы, это контркультура, когда миллионы студентов во всех цивилизованных странах вышли на улицу с протестом против старых порядков, старой цивилизации, старых систем обучения. Это мощнейшее движение, переоценить значение которого невозможно. Ну и, конечно же, начавшееся еще, конечно, в конце 50-х годов вместе с Элвисом Пресли и мощно выплеснувшееся в начале 60-х годов вместе с Битлами рок-революция. Новая музыка, новая культура, новый откровенный, я бы сказал, экзистенциальный способ через музыку говорить о самом важном. И Битлы стали образцами для подражания. Они первыми распахнули именно такую музыку, такие слова, такие смыслы. Поэтому Битлы современные сейчас, и многие продолжают их слушать. Я, например, очень люблю Битлов, и продолжаю слушать и их, и другие любимые рок-ансамбли. И я думаю, что это вот самое главное выражение духа времени. Напомню еще раз, это становление глобальной цивилизации, взгляд на Землю в едином охвате, это гуру-революция, рок-революция, психоделическая революция, контркультура. Все это выражение духа времени. И я думаю, что трансперсональная психология, она по сути на языке психологии и выразила вот все новое, что возникло в 60-е годы, что стало стучаться в дверь всех людей, что, по сути, выразилось во всех направлениях жизни. И в психологии это стало новым направлением трансперсональной психологии. Такое понимание расширяет горизонт, расширяет наше понимание особенностей трансперсональной психологии и показывает нам то, чем оно является на сущностном уровне. Поэтому я думаю, что вот с этим связана и особенность трансперсонального понимания человека, особенность трансперсональных методов, инструментов, открытий, особенность трансперсональных лидеров, кто они такие, и особенность того, что пришло вместе
с трансперсональным психологией в мир людей. Трансперсональная психология в 60-е, в 70-е годы была, по сути дела, проводником новых культурных явлений, социокультурных явлений. Именно через нее начался массовый интерес к медитации, массовый интерес к новым инструментам познания, массовый интерес к изучению Востока, массовый интерес к изучению человеческих возможностей. То есть первые результаты в этой области были поручены трансперсональной психологии. Именно вместе со Станиславом Грофом в психологии вошла новая картография сознания, расширенное трансперсональное поле. И я думаю, что если бы Станислав Гроф не сделал больше ничего, кроме своей картографии, он все равно остался бы в аналах психологии, как один из ее лидеров, как один из мастеров и первооткрывателей, потому что через свою картографию, по сути дела, для тех, кто не знает, я напомню, что в картографии Грофа, помимо стандартной для глубинной психологии, для психоанализа, для гуманистической психологии, для телесно-ориентированной психологии, области, связанные с жизнью человека, с нашей биографией, начинающейся с рождения и заканчивающейся смертью, в расширенной картографии Грофа большое значение придается еще двум большим областям. То есть первое направление связано с нашим рождением, и Гроф описывает эту область через четыре базовых перинатальных матрицы, через которые проходят все люди, рождающиеся нормальным образом в этой жизни, но также, поскольку даже те, которые родились в результате кесарево сечения, поскольку согласно восточным представлениям, в прошлых жизнях, по крайней мере, во-первых, мы рождались нормальным образом, и у нас поэтому есть индивидуальный опыт прохождения через перинатальные матрицы, а также мы все связаны через коллективное бессознательное с другими людьми, которые тоже рождались нормальным образом, и поэтому у нас через коллективное бессознательное тоже присутствует опыт четырех базовых перинатальных матриц. И согласно Станиславу Грофу, прежде всего согласно его клиническим наблюдениям, четыре базовые перинатальные матрицы играют фундаментальную роль в нашей жизни, проявляются и могут быть прослежены в основе большинства человеческих негативных, патологических проявлений. Знание работы с ними необходимо в психотерапии, а также для лечения глубинных человеческих проблем. И они играют колоссальную роль в социальной жизни и в том, что Гроф называет глобальными кризисами и психоисториями. Залипание на негативных аспектах базовых перинатальных матриц Гроф связывает с фундаментальными кризисами человечества. Ну и третья грандиозная область, которую Гроф назвал трансперсональной, которая тоже исчерпывающим образом описана в его книгах. И по сути дела, вывод, следующий из картографии Гроф, состоит в том, что наша внутренняя территория, то есть душа каждого из нас, бесконечна. Она не ограничена нашей жизнью. Наша жизнь – это только одна из возможных взглядов на нас самих. Достаточно ограниченных взглядов, но по сути каждый из нас может иметь любые переживания. И поэтому, ну, немножко перефразируя Грофа, можно было бы сказать, что единственная важная или фундаментальная разница между вами и Буддой, вами и Девой Марией, вами и Христом, мной, например, и Магометом, состоит в том, что мы все обычные, нормальные люди ограничены, живем в ограниченных представлениях о себе, о своей жизни, о себе самих, о своей душе, а Будда, Христос, Магомет, Дева Мария не ограничены. И они поэтому имеют доступ к жизням, к душам всех других людей, как и все просветленные люди. Это, ну, так по-простому можно выразить фундаментальное открытие Грофа. Поэтому, по сути, Гроф стал первым ученым, который научно доказал открытие создателей мировых религий, откровения великих мастеров прошлого. Ну, как мы знаем, мировые религии
христианство, индуизм, даосизм, буддизм начались с фундаментального открытия того, что люди в своей сущности имеют те же характеристики, что и боги. То есть мы бесконечны, обладаем бесконечными ресурсами, и мы можем это реализовать в нашей жизни. Поэтому в каком-то смысле мировые религии являются навигационными картами и путеводителями вот на этом пути, открытию своей истинной природы. Ну, таттва-маси в индуизме, ты есть то, атман равняется брахман. Да, царствие Божие внутри нас, знаменитое изречение Христа. То есть рай, бесконечность внутри нас, и мы можем это открыть. Поэтому, по сути дела, Гроф стал вот первым ученым, который это открыл, и который доказал это в психологии. Мы уже 26 минут в эфире, я примерно так и планировал, с тем, чтобы перейти дальше к вашим вопросам. Человек, я напомню, главная тема в трансперсональной перспективе, новые горизонты. Это вводный вебинар, вводная беседа. Попробуйте мне что-нибудь написать, задать какие-то вопросы, чтобы я смог на них отвечать. Я пока ничего не вижу. Ничего пока не вижу. А тут есть какие-то комментарии у меня уже. Да-да-да, вот я вижу. Присоединились Алена Рубцова, Галина Шмакова, Александр Странник. Привет, Саша, рад тебя видеть. Рад тебя слышать, вернее, Иван Ильин. Слышно очень хорошо. Да, спасибо. Я теперь могу читать ваши комментарии. Так, Елена Воробьева, все видно и слышно, все отлично, прекрасно. Константин Вселенский, Андрей Буркин, Аким Осьмов, Илья Руденко, приветствую вас всех, очень рад вас всех видеть, слышать. Ну, я не вижу вас лично, но вижу ваши ники и могу вас читать. Вера Минина тоже на мосте. Я приветствую всех, Наилю Касамову, Андрея Шумарина, Арни Лаоса, добрый вечер, латинскими произношениями, но транскрипции по-русски. Я надеюсь, что все вы меня понимаете. Илья Руденко спрашивает, как не сойти с ума в трансперсональном подходе. Ну, я думаю, что в этом смысле трансперсональный подход не несет никакой угрозы и какой-то особенности. Как не сойти с ума в жизни? Помните, не дай бы мне Бог сойти с ума, Пушкин восклицал. Потому что ну, у меня даже на эту тему есть один из любимых семинаров «Безумие творчества». И я считаю, что для того, чтобы не сойти с ума по-настоящему, нужно сойти с ума и войти в сознание, в осознанность. То есть сойти с ума, под этим я понимаю, научиться выходить из тех ограничений, которые ассоциируются, которые связаны с понятием ума. Ум – это общепринятая реальность, это консенсус со всем, что связано с этим понятием. Это мейнстрим, это норма, это общепринятость, это предсказуемость, это обыденность, это привычность. И, конечно же, люди в значительной степени идут в трансперсональное направление, потому что им хочется быть более творческими. Им хочется раскрыть свои ресурсы, им хочется знать о новых открытиях ученых, связанных с этим. Вот, наверное, как я смог бы коротко ответить на этот вопрос. Алена Рубцова пишет, может ли через перинатальную матрицу проходить не человек, а например, государство или компания? У них тоже есть день рождения. Ну, Алена, все-таки перинатальные матрицы, если это понимать в строгом смысле, они связаны с нашей душой, нашей индивидуальной психикой. И это тот первоначальный опыт и тот отпечаток, который он имеет в психике каждого конкретного человека. То есть перинатальные матрицы – это очень конкретно. Но также перинатальные матрицы мы можем понимать и на уровне метафорическом и символическом, как четыре фазы любого процесса, как цикл 1, 2, 3, 4. Первое –
базовой перинатальной матрицы. Все хорошо, я един с миром, я живу в раю, все прекрасно. Нераздельность блаженства. Вторая фаза. Начинается сжатие, появляется проблема, усиливается ограничение до состояния «не могу», «хочу вырваться», «нету выхода». Вторая базовая перинатальная матрица. Третья матрица. Я пытаюсь вырываться, я борюсь за жизнь. Дайте мне кислорода, помогите мне. Борьба не на жизнь, а на смерть. Третья перинатальная матрица. И, наконец, Боже мой, здравствуй, солнце, новый мир, свобода! Четвертая перинатальная матрица, новое рождение. И вот эти четыре фазы мы можем найти в любом фундаментальном процессе. И, конечно же, мы можем вот на метафорическом уровне перинатальную аналитику применять и ко всем процессам, ко всем структурам, ко всем изменениям. Ну, скажем, в последней книжке Арни Миндела «Конфликты» он использует практически аналогичные вещи для классификации и работы с конфликтами. Фаза 1, фаза 2, фаза 3, фаза 4. Эта книга будет опубликована очень скоро к семинаре Арни и Миндела, который состоится 20-21 февраля в Москве. Выйдет, кстати, еще, кроме этого, еще три книги Минделов, которые не публиковались, вернее, еще две книги Минделов, которые никогда не публиковались. Книжка «Эми Миндел. Сновидение как источник творчества» и другая книжка Арни Миндела о втором тренинге лидера, то есть о том, как стать мастером-лидером в жизни, как учиться у самой жизни. Замечательная тоже книга, и я надеюсь, она вам тоже понравится, как и семинар. Так, Галина Шмакова, интересно, как относится трансперсональная психология к рассказам людей об НЛО. Ну, есть, и я публиковал, кстати, книжки, где исследуется феномен осознаваемых сновидений в контексте как раз вот НЛО, то есть такой сновидческий характер или универсальный архетиповый характер переживания НЛО. И у Станислава Грофа, например, ну вот есть один из в его книжке психодуховных о психодуховном кризисе, три книжки у Грофа на эту тему есть, и там один из видов духовного кризиса может быть связан как раз с феноменом НЛО. И вы можете посмотреть вот те исследования, которые есть. Так, Владимир, известно ли тема вашего предстоящего онлайн-курса? Ну, у меня несколько готовится сейчас онлайн-курсов. Это Андрей Абрамов спрашивает. Спасибо за вопрос. Андрей, ну, во-первых, один онлайн-курс, который я готовлю вместе с компанией «Глориум», которая организовала премьеру двух моих новых фильмов. Это компания Вадима Демчога и ей руководит мой также друг Сергей, и с ними я сотрудничаю активно, и скоро там будет подготовлен онлайн-курс о путешествии героя «Новые горизонты». Дело в том, что когда с легкой руки Джозефа Кэмпбелла, который ввел эту тему в мировую культуру, путешествие героя, структуру путешествия героя. Путешествие героя стало разменной монетой в психологических тренингах, в производстве фильмов. Практически вся работа Голливуда с легкой руки Джорджа Лукаса, фана и друга, в каком-то смысле, Джозефа Кэмпбелла, построена вот на жили путешествия героя. И я тоже занимался путешествием героя с начала 80-х годов, изучал материалы, книги Джозефа Кэмпбелла, его видеофильмы на эту тему. А потом постепенно я открыл, что на самом деле существует не одно путешествие героя, а три путешествия героя. То есть реальное путешествие героя намного сложнее. И позднее, после того, как я открыл уже систему эволюционной навигации, эволюционный навигатор, я понял, что на самом деле есть шесть путешествий героя. И каждый имеет свою структуру, свой смысл, свои задачи, свои особенности, свой результат.
И поэтому реальная ситуация намного интереснее, намного богаче. Но если мы знаем только одно путешествие героя, кэмпбелловское, то мы по недоразумению неизбежно редуцируем все богатство человеческой жизни к этому исходному мифическому путешествию. И это печальная картина, и вот мой онлайн-курс представит мои открытия вместе, конечно же, с детальными упражнениями, чтобы закрепить, как пользоваться вот этой новой расширенной моделью в жизни, в бизнесе, в творчестве. И я очень надеюсь, что создатели будущих фильмов, спектаклей, книг, медиапродукции получат возможность более мощных инструментов для того, чтобы творить. Это вот первый онлайн-курс, и затем еще серия из 5 онлайн-курсов, которые я тоже готовлю, постепенно, конечно же, не сразу, потому что все онлайн-курсы требуют времени для подготовки, и в первой серии онлайн-курсов я дам большую картину того, что такое трансперсональный проект. Это одно из основных дел моей жизни. С чем связаны его особенности и как мы можем использовать эти новые перспективы, новые понимания в жизни. Второй онлайн-курс будет связан с дыханием, дыхательными практиками. Я здесь тоже, можно сказать, съел собаку, занимаюсь холотропным дыханием и многими другими дыхательными практиками значительную часть своей жизни. И мне кажется, я сумел объединить и найти серединный путь работы с дыханием, объединяющий все остальное. И в этом курсе я расскажу, как, исходя из единых принципов, мы можем работать с дыханием и применять эти знания, опять-таки, в повседневной жизни. Дыхание является одним из самых мощных практик и самоисцеления, и самотерапии, и творческих практик, и я поделюсь своим опытом. Третий онлайн-курс будет связан с психотерапией, древними практиками. Я поделюсь своим знанием изначальной психотерапии, древним практик заботы о душе. Как быть сухой остаток всего этого психотерапевтом для самого себя? Я очень надеюсь, что те люди, которые познакомятся с этим онлайн-курсом, станут мастерами заботы о душе и смогут эффективно помогать своим близким и родным. На самом деле, забота о душе – это очень просто. И в большинстве случаев не нужно ходить к профессионалам, к мастерам, профессиональным психотерапевтам, посещать для этого семинары, консультироваться. Каждый является лучшим психотерапевтом для самого себя. Это тема третьего курса. Тема четвертого курса связана с моими открытиями последних лет, хотя я занимался этим всю свою жизнь, как я сейчас понимаю. Это система эволюционной навигации, развернутое представление о том, как нам расти, как нам развиваться и набор лучших инструментов эволюции. На эту тему у меня снят последний фильм «Инструменты эволюции» – это такое конденсированное изложение сущности моих открытий в виде фильма. А в курсе я поделюсь конкретными знаниями, конкретными инструментами, системным изложением этого подхода для того, чтобы каждый получил как результат свой личный навигатор по реальности, систему эволюционной навигации, смог развиваться, достигать своих целей и развивать все свои проекты. И, наконец, пятые онлайн-курсы – это целая серия онлайн-курсов. Это порядка 20 наиболее интересных, наиболее мощных, наиболее завораживающих, драйвовых, эволюционных треков, которые были апробированы, открыты человечеством за всю его историю. «Путешествие героя» – только один из этих мощных эволюционных треков. «Безумие творчества» – тема «Безумие творчества» – это следующий, второй очень мощный эволюционный трек. Не я их придумал, я их исследовал, я нашел, как мне кажется, интересные способы с ними работать, их выразить, и хочу поделиться своими открытиями с вами. Вот примерно чем я планирую заняться в ближайшее время. Так,
Спасибо, Галей Хасанов, мой любимый семинар «Безумие и творчество». Да, спасибо, Галей, мой тоже. Я его неоднократно давал большие конференции даже, и трехдневные, и шестидневные на эту тему. Алена Рубцова спрашивает, трансперсональная психология – это отхождение от нормы? Нет, Боже упаси, мы все в своей основе нормальные. Общепринятая реальность – это наш дом. Мы должны с благодарностью к ней относиться. И все, что связано с отчим домом, это наша опора, это незыблемость, это то, где мы можем иметь покой. Но Вселенная бесконечна, и трансперсональная психология – это напоминание об этом. Мы можем идти дальше. Дальше интересно. Все, что связано с творчеством – это шаги за горизонт. И мы можем научно к этому подходить. Мы можем исследовать это внимательно, тщательно, используя все инструменты, открытые человечеством. То, чем занимаются трансперсональные подходы. Галина Шмакова, мне посчастливилось побывать на 17-м конгрессе. Огромная вам благодарность за его организацию. Спасибо, Галина. Это действительно было потрясающее для всех, наверное, событие. И для тех, кто интересуется хотя бы ретроспективой, все материалы 17-го Всемирного трансперсонального конгресса, все лекции, доклады, все семинары постконференционные выложены в интернете на страничке в YouTube трансперсонального проекта. У нас там свыше 400 видео выложено. Это самый большой трансперсональный архив в мире. Предвидится ли что-то подобное? Ну, недавно у нас была конференция Европейской трансперсональной ассоциации в Санкт-Петербурге. Это происходило в сентябре прошлого года. И материалы уже выложены тоже в интернете. Подобное предвидится. Ну, вот сейчас будет, но не в России, правда. Я еду вот сейчас в Бухарест, где 23-24 февраля будет 4-й глобальный трансперсональный симпозиум, и там будет румынская премьера моих фильмов «Тайна Карлоса Кастанеды» и «Инструменты эволюции». Как мне сказали, все билеты уже проданы, и организаторы попросили сделать второй сеанс «Тайны Карлоса Кастанеды», потому что много желающих. И затем будет знаменитое событие в Калифорнии, конференция Ассоциации трансперсональной психологии 13-14 апреля в честь 50-летия образования трансперсональной психологии. Я тоже там буду, там будет американская премьера моих фильмов, я там выступаю. Как раз, кстати, «Путешествие героя. Новые горизонты» – мои выступления. Затем будет масштабное трансперсональное событие в сентябре в Париже, конференция, 20-я конференция Европейской трансперсональной ассоциации, я приглашаю вас всех туда, eurotas2019.com, сайт конференции, там тоже будет очень интересно. И в начале октября традиционно, первые выходные октября – это ежегодная конференция Российской ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. И тема этой конференции – это эволюционные практики в повседневной жизни. Так что я всех вас тоже туда приглашаю, будет очень интересно. Будут все самые известные российские мастера. Так что жизнь продолжается. Так, выражу коротко. Трансперсонализм – это расширенное видение мироздания, это Хиксограмма спрашивает, извините, если неправильно прочитал имя. Это расширенное видение мироздания и самого себя в мире, созданной из ничто, неважно, как это или нет. Вопрос, способен ли трансперсонализм сделать человека разумного сверхразумным, то есть продолжить события, неразумное существо, разумное сверхразумное. Ну, вы знаете, если бы это было возможно, все люди были бы давно уже сверхразумны и просветлены. Потому что в этом смысле трансперсонализм, трансперсональные знания не имеют никаких преимуществ перед мировыми духовными традициями. Да? У них сверхзадача еще круче – достичь просветления.
Я все-таки хочу уточнить, что трансперсональное направление в психологии – это научное направление. И поэтому, как всякая наука, она неизбежна, она широка, она шире, чем стандартная психология, но это наука. И поэтому нам необходимо, как людям, нам необходимо искусство, нам необходимы духовные практики. Не нужно преувеличивать, романтизировать трансперсональное направление. Это не панацея. Иван Ильин, планируете ли вы исследовательскую работу трансперсональных состояний совместно с учеными, изучающими физиологию мозга человека? Такая работа происходит. Посмотрите, например, работу Юрия Аркадьевича Бубиева, который является, наверное, крупнейшим психофизиологом, работающим с измененными состояниями сознания. Полина Осипова. Привет, Полина. Рад, что ты здесь. Привет, Воронежу. Какое духовное направление учения наиболее сильно повлияло на развитие трансперсональной психологии? Я думаю, что три направления, четыре, вернее, направления, все мировые. На Грофа сильнее всего повлиял индуизм. На Кена Вилбера сильнее всего повлиял индуизм. На Арнольда Менделя сильнее всего повлиял даосизм. На всех трех очень сильно повлиял шаманизм. Кроме того, конечно же, это все люди христианской культуры, поэтому неизбежно христианство, мистическое христианство повлияло на них. Трудно здесь, я думаю, как бы это вопрос аналогичен, кого ты любишь больше, папу или маму, да, обращенный к ребенку. Ирина Ещенко, с чем может быть связана такая закономерность? Чем больше тянешься за импульсами души, начинаешь познавать себя, практики духовные, тем больше разрушается привычная уютная социальная жизнь, разворачивает самые земные вопросы. Где жить, что есть, как будто намекая, что духовная практика – это проживать жизнь в той реальности, которая есть. Не улетать от решения того, что подбрасывать, но и не забывать, что душа бесконечна. Это колесо сансары. Тут несколько вопросов, но если ответить коротко, я могу сказать, что я против духовного помешательства, против бегства куда-то в Гималайи, далеко духовного затворничества. Я против того, чтобы стать рехнувшимся графоманом, ну и так далее. Я считаю, что самое важное – быть реальным. И поскольку общепринятая реальность – это основа нашего понимания реальности, ну, мы должны быть прежде всего разумными, трезвыми, нормальными, общепринятыми, уметь говорить на человеческом языке, уметь быть рациональными, уметь объяснять и так далее. Но ничто не запрещает нам быть творцами, быть эмоциональными, быть яркими, быть артистами, художниками, творить, выражать себя на всех возможных языках, быть духовными людьми, конечно же. И поскольку мы в центре всего, в центре своей жизни, мы можем использовать любые инструменты развития, инструменты эволюции, связанными с духовными практиками, связанными с общепринятыми практиками, связанными с бизнесом, связанными с искусством, связанными с отношениями и так далее. Ирина Танетова. Привет, Ирочка. Владимир, будет ли у вас на русском языке лекция, курс про эрос и любовь? Ну, недавно я на английском языке там рассказывал нечто подобное, а на русском языке сейчас семинар, ближайший семинар, кстати, очень близок к этой теме, который будет, по-моему, 2-3 марта. Посмотри, пожалуйста, на сайте, ну или сейчас я сам загляну туда, на сайт параллельно, трансперсональный проект Transpersonal.ru. Вот 2-3 марта, да, практики холотропного дыхания и пневмосинтеза, любовь как эволюционная практика. Так что в ближайшее время будет. Ренат, Людмила Белоус, в Минске тоже планируется второй сеанс. Планируется ли в Минске, я перефразирую, чтобы было понятно, второй сеанс «Тайны Карлоса Кастанеды»? Не знаю, спросите у минских организаторов. Я сам так далеко не могу планировать и организовывать. Рената Константинова, подскажите, пожалуйста, как называется ваш канал на YouTube? Наберите латинскими буквами «Transpersonal Project». Ну, точно так же, как называется мой... Я сейчас дублирую. Сейчас. Одну секундочку, я набиваю. Transpersonal Project. Так. Одну минуточку.
Что-то вот так, наверное, будет хорошо. Вот я думаю, что вот если вы наберете, как я показал, набил Transpersonal Project, все должно появиться. Сейчас я даже проверю. Сам выйду в YouTube. YouTube. YouTube.com, я ввожу Transpersonal Project, да, и получаю свой канал, там 485 видео, 8265 подписчиков. Так что все работает, милости просим на канал YouTube Transpersonal Project. Руденко Илья, Владимир, скажите, пожалуйста, где можно найти методы психологического консультирования в трансперсональном подходе, кроме холотропного дыхания? Например, такие методы, которые можно психологу работать с детьми. Илья, это большой вопрос, и мы даем на него ответ, ну, наиболее так вот компактно и концентрированно в своем курсе в Московском институте психоанализа. Это единственное место, где в России обучают трансперсональной психотерапии и консультированию. Там шесть известных мастеров трансперсональной психологии и психотерапии, и мы обучаем различным методам и практикам. Там, естественно, не только холотропное дыхание и другие дыхательные практики. Много всего. Свяжитесь, например, с Александром Странником, выпускником и очень известным мастером трансперсональной психологии, выпускником этой программы. Он в его последней книжке «Трансперсональный рисунок» дается обзор. Замечательный обзор этой учебной программы. Спасибо, Саш, за эту работу. Так, Елена Рубцова, с чего начать изучать трансперсональную психологию совсем новичку? Посоветуйте книги, пожалуйста, или что-нибудь, какой-нибудь ресурс. Ну, видеоресурс – это трансперсональный проект. Есть замечательный сайт, ориентированный на интегральные работу на Кена Вилбера, это сайт, сейчас я немножко забыл, вылетело мне из головы название этого сайта, неважно, вы посмотрите для начала Transpersonal.ru, мой сайт, трансперсональный проект, там очень много линков. Очень-очень много линков на разные сайты, разные конференции, и вы сможете дальше сориентироваться. Также там путеводитель по мастерам. Ну и можно начать читать с любой книжки Грофа, Вилбера, Мендела. Я сам издал около 100 книг в такой в межиздательской серии «Текст трансперсональной психологии». Что вам приглянется, не буду ничего рекламировать, потому что каждая книжка имеет своего особенного читателя. Рената Константиновна, я уже подписана, оказывается. Спасибо. Спасибо, Рената. Наиля Хасанова, Владимир, ваш ближайший семинар в Казани. Его тема, если можно. Ну, мы планировали сделать казанский семинар в 20-х числах марта, но, к сожалению, Марс, организатор всех казанских семинаров, провел опрос, и оказалось, что нет достаточного количества людей, которые готовы прийти на семинар, поэтому только осенний семинар, а тему определит Марс. Ну вот, наверное, я ответил на все вопросы. Большое вам спасибо за присутствие здесь. Я тоже очень рад был быть здесь с вами. Скоро я покину Тенерифе и направлюсь в Румынии, оттуда вернусь в Москву, и мы продолжим следующие встречи с вами. Так что вы можете набросать те темы, которые вас интересуют, и я попытаюсь все это обобщить. Ну и у меня у самого есть тоже в загашнике масса идей, как мы можем дальше продолжать с вами работать. Большое вам спасибо, всего доброго. Намасте.